коротенький обзор кемпинга Live Oak, по-нашему вечно зеленый дуб. Каждое место на этом кемпинге огорожено столбиками, для того, чтобы машины не заезжали. В каждом месте есть кострище с интегрированной решеткой для жарки мяса, даже вот с такими удобными ручками. Помимо этого кострища на каждом месте есть отдельный мангальчик на ножке для еще более удобной жарки мяса. На этом мангальчике решетка может менять свою высоту. Все сделано для людей. Также на каждом месте есть стол с интегрированными лавочками. Это модель из железобетона. Удобная, но греется. Места размечены камнями. Вот по правую сторону от них чужое место, по левую наше. На нашем месте был высажен клен, а может и не клен. Создавал очень хорошую тень. В шаговой доступности от всех мест есть краники с водой. Помыть руки, посуду, умыться. В жару это полезно. Даже вот есть для питья. Оп, включилась вода. Здесь принято мусор выбрасывать в контейнеры и закрывать его. Но вот какой-то неответственный человек не закрыл, и белки поворовали оттуда обертки. Исправим это. Вот так-то лучше. Здесь вообще очень ухоженные, красивые места. Место хорошее, но жаркое. К посещению рекомендуем.